Всем привет, я Мария Баянцева. Это проект «Жизнь Геленджика», и вы смотрите 7-й выпуск. Этот выпуск будет непростой, он будет новогодний, так что желаю приятного просмотра и поздравляю всех с Новым годом! В общем, атмосфера нереальная, это такой особый вайб. Смотрите, какие они счастливые. Уже в центре, и сейчас я вам буду много всего показывать. Также скоро я вам покажу елку, но все еще впереди. Должна сказать, что несмотря на то, что сейчас не сезон, людей очень много, просто очень много на народу, вот, повсюду музыка, веселье, в общем, атмосфера нереальная, это такой особый вайб, который понравится каждому. Сейчас здесь проходит новогодняя ярмарка, и поэтому мы с вами будем сейчас идти и смотреть, что здесь продают. Я уверена, что здесь много всего интересного, поэтому буду вам показывать и заодно буду смотреть сама. Невероятно красивый вид. И вот сейчас мы с вами посетим красивую достопримечательность Геленджика – маяк. Так что скоро мы туда пойдем, и я вам все покажу.
Геленджике часто проводятся выставки картин. Поэтому тут творчество просто на каждом шагу. Be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Ребят, вы только посмотрите на эту очаровательную парочку. Они решили искупаться в море, когда на дворе 1 января. Только посмотрите, какие они счастливые. Что ж, молодцы, давайте им поаплодируем. Что, друзья, наступил вечер, а значит наступает геленджикская романтика, которой мы с вами будем наслаждаться. Легендарном обрыве. Тут очень красиво, невероятный вид, захватывающий. Вот, и мы с вами стоим недалеко от достопримечательности Геленджика – маяк. Это не самая главная достопримечательность, но одна из главных, скажем так. Очень красиво, невероятный вид, который я вам сейчас показала. А сейчас мы подойдем еще ближе. Ну что, ребят, а это тот самый маяк, одна из достопримечательностей Геленджика. Ближе подойти не можем, можем посмотреть издалека. Друзья, а это гостиница «Метрополь». Она находится в самом дорогом районе Геленджика. Большое спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Пока!